кстати, КАЦ там в Московской церкви Христа тоже какой-то есть КАЦ, он ведет собрание. Ну, молоденький человек. Просто, кажется, любая информация, это вот нас снимает скрытая камера. Это вот не скрытая и не камера, а телефон. Фронтальная камера, конечно. Ну вот, надо же засветиться на видео. Вот. Вообще жара. Красота. Ты знаешь, почему жара? Потому что я сапоги одела. А одела бы промокающие, пошел бы дождь. Генерация этого, как управление погодой. Погодоуправлятельные сапоги. Это значит, одеваете сапоги. А чтобы пошел снег, надо было надеть шорты-трусы. Чтобы снег вызвать, шорты-трусы, да. Это такой специальный предмет одежды такого дизайна. Не поймешь, то ли шорты, то ли трусы. Шорты-трусы, ну это примерно как башмотинки и прочие объединенные, соединенные, сочлененные слова. Сложно сочлененные слова, привет, филологи. Вот, если выйти на улицу в шорты-трусах, можно вызвать снег.